Итак, еще раз привет. Сегодня 9 мая 2020 года. Проклятый год коронавируса, который не дает нам отметить этот замечательный праздник. 75 лет победы, а мы не можем все нормально встретиться и отметить. А давайте хотя бы споем. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. В этот замечательный день, как и в прошлом году, и в позапрошлом году, прям, можно сказать, бессмертный полк, сзади мои дедушки. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы порохом пропах. Этот праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Я еще раз поздравляю всех-всех-всех с этим замечательным праздником. Я надеюсь, что подняла вам боевой дух, настроение. Все равно попробуйте как-нибудь, но хорошо отметить этот праздник. Все, всем пока, и сейчас поем.